8 апреля 2020 год, Харьков. +2, +28 по Киеву. Nikon Coolpix 5000, автофокус покадровый, поставил режим съемки луны, есть такой предустановленный в этом фотоаппарате, и поставил на видеозапись, посмотрим как будет. На большом экране это смотрится. На маленьком смотрится неплохо. Вижу колебания воздуха, конечно, на земле. Искажает немножко картинку марева, такой как над горячим асфальтом. О, опять у нас Аристарх засветился. Натурально. Смотри, как быстро движется луна. Так, сейчас будем двигать треногу аккуратненько, но все равно будет трясти. Бережем глаза. Удачно стих ветерочек. Спасибо вам большое. Так, впереди луна была вчера на ближайшем расстоянии от Земли по орбите за год, за цельный. Ну и сегодня тоже 356 тысяч. Шрапнель, вообще шрапнель посекло луну. Так, двигаемся еще раз. Попробуйте уже ручкой. Ох, бедные, бедные глаза. Сейчас головокружение будет. Ладно, сейчас попробуем ручкой навестись. Снимать тоже ж красиво, разве нет? Это практически незаметно, что уже не полнолуние. Поехали дальше, в том смысле, что ближе. Да. Увеличение 125 крат позволяет побродить по луне. Это оптики 125 крат и 4 увеличение цифровое. Качество, конечно, сразу ухудшается после того, как с оптики переходишь на цифру. Но зато... Ух ты! По луне пролетела мошка, букашка.
Да. Очень здорово. Кратер тихо. Так, ну что, Святую Троицу соберем. Опять тихо Браги. Потом Аристарха уже видели. Остался у нас кто? Платон остался. Из тех, кого я знаю. Лично. Сейчас попробую навестись. Платон мне друг, но истина в вине, но истина дороже. Это почти оговорка по Фрейду. Ну, вон он наш. Опс. Вон он, кругленький, аккуратненький. Сейчас бы еще на него попасть. Сейчас. Дабы сберечь глаза, отведу чуть-чуть. Сейчас он будет. Обещал быть. Заберется в кадр. Кто что за нас такой шебуршащий лазит? О, а вот вам и Платон. Надо посмотреть, сколько он в диаметре. Там какие-то круглые цифры, то ли 80, то ли 100 километров. А, нет, 100, по-моему. Куда ж ты, Платоша? Зараза. Никак. Да, еще забыл уже, когда в каком я дубле говорил. Погоду обещают на следующую неделю мрачную, буквально с завтрашнего дня. Так что буду снимать до упора, пока этот не достанет меня или Луну. О, вот сейчас хорошо Платон появился. Прямо по диагонали пройдет экрана. Какой, как штемпель, печать, круглая печать. Да, ты посмотри, какие абресы, рисунки, оттенки. Прямо натуральные тесты Роршиха. Как циркуля вокруг кратера нарисовано выброс вещества.
Очень странно, мало кратеров, которые, ну, по идее, если, то есть метеориты, когда падают на Землю, они практически никогда не падают отвесно вниз. Ну, то есть я такого не видел, это всегда по касательной. Не вонзаются вглубь Земли вертикально. Но если астероид, метеорит не получится, да, для метеорита нужна атмосфера. Ну, в общем, астероид, если падает на Луну, теоретически он тоже по касательной должен притяжением быть втянут. И выброс грунта должен быть направлен в одну сторону больше, чем в другую. А почему-то абсолютное большинство кратеров имеет очень правильную окружность вокруг себя выброса вещества. Как будто это Галилей с башни уронил в пыль свою гирьку, и она вертикально отвесно вниз рухнулась. То есть когда, как определяют, откуда, например, направление прилета снаряда, смотрят на выброс грунта в месте падения. И поэтому выбросу грунта можно определить траекторию полета снаряда, направление. А здесь же все кругленькое, аккуратненькое. Ну, абсолютно большинство случаев. О, это у нас уже деревья пошли. Что-то и не заметил, как заползли мы. Заболтался. Таких кадров еще не было. Ну ладно, это уже не пойми что. Пошли на Венеру посмотрим. Это фонари. Вон Венера еще видна. Уже низко над горизонтом будет городской воздух нам мешать. Прокопченый. Ну, кстати, сейчас с этим коронавирусом и карантином. Выбросы-то поменьше, наверное, хотя машин, по-моему, даже побольше стало. Куда ты делась? Вот она, наша красавица. До Венеры 88 миллионов километров сегодня. Все ближе и ближе. Не так давно снимал, было 100. Смотри, фазу видно хорошо. Половина Венеры освещена Солнцем. Ой, непростительно. Сейчас попробуем. Да, покупал я штатив, хотел купить один, продали вдвое дороже. То есть другой штатив вдвое дороже, чем тот, который я планировал. Но, честно говоря, не жалею. Правильно мне продавец посоветовал. Это все-таки намного мягче ход. То есть сейчас-то это тяжело, наверное, сказать.
Глядя, как тут все трясется. Это надо предыдущие записи посмотреть, чтобы понять, как все было плохо с предыдущим штативом, который накрылся медным тазом. Зараза, не получается. Сейчас еще раз отойду назад. Я не пойму, я уже 15 минут снимаю. Какой кошмар. Прям художественный фильм. Осталось титры пустить в конце записи. Сейчас по фотографируем и пойдем домой. Хорошо. 8 апреля 2020. Что так тяжело года вспоминаются. Чем старше становишься, до года рождения вообще уже тяжело скроллить на компьютере. Так, при заполнении анкет. Мотыляешь, мотыляешь. Так, так, так. Сын первый, сын второй, бах, уже проскочил. Нет, это Наполеон родился, я чуть позже. Так, сейчас возьмем в кадр Луну и на том закончим. Красавица. Да, тестерорша. Кратеры на Луне, как чернильные кляксы Роршаха, каждый видит в них свое. Там было про слова, ну и так неплохо. Ну что, по-моему, удачно. Еще раз. Nikon Coolpix P1000 снимаю, 125 крат увеличение, максимальное 4 крата цифровое, плюс к оптическому. Настройки автофокус покадровый, это я себе все на память. И сейчас стоит режим съемки Луны. Хорошо он себя проявил при фотографии Луны. Попробовал вот это впервые, первый раз его на использовать при видеозаписи. Посмотрим на большом экране, как это выглядит. Аристарх, будьте любезны. 22:46 по Киеву. Все, фотографируем и по домам.